От возраста до жития к возрасту счастья. Именно так звучит основная идея форума, посвященного вопросам качества жизни старшего поколения. Участники двух предыдущих форумов убедились в том, что эта идея отнюдь не фантастична. Есть множество примеров, когда люди старшего поколения не просто доживают годы, а ведут активную общественную жизнь, принося пользу себе и окружающим. В этом году на слете народных университетов изучат и обсудят наиболее интересные международные и российские практики работы с людьми старшего поколения, проанализируют успешные российские примеры некоммерческих организаций. Здесь пройдут семинары и тренинги от специалистов в вопросах психологии, привлечения финансов, выстраивания отношений с органами власти. Форум пройдет с 15 по 18 ноября на базе санатория «Знание». Заявки на участие надо прислать в оргкомитет слета по электронной почте народуниверс@gmail.com или по телефону 269 46 03.